День добрый, уважаемые наши подписчики. Перед нами японская фреза Янмар РСБ-1503. Ширина захвата 1,50 м. Тут мы видим номер фрезы 64-89-0, еще что-то. Навеска трехточная, универсальная. Вал отбора мощности от трактора и от фрезы 6-шлицевой, 35 мм. По краям стоят уголки, которые можно снимать, если опорные колеса пользоваться. И гладилки откидываются. В середине также стоит треугольник, который можно снимать и ставить распашник. Так, электроника для плавающего режима фрезы. Цилиндр. Крышку поднимать, опускать. Состояние ножей. Кожуха. Вал под ножи сплошной. Цепь находится сбоку. Такие фрезы считаются надежными. Сейчас мы заведем трактор. Четвертая скорость оборотов. 2000 оборотов. Фреза работает мягко. Главное, без посторонних шумов, звуков. Сейчас мы поднимем фрезу, посмотрим состояние ножей и кожуха. Так, еще раз общий вид. Так, в одном. Ножи. Состояние ножей. Состояние кожуха посмотрим. Еще раз общий план. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях.